Разноцветные шары напомнили Федору Петровичу Голубеву детство. Это было очень давно. Сегодня ветерану Великой Отечественной войны уже 90. Паренек из простой крестьянской семьи, он на фронт пошел в 17 лет. Был холодный день, январь месяц. Мы не знали, куда нас повезут. Ни то на запад, ни то на восток. Состав приехал в Иркутск. Федор Петрович решил стать связистом. 3 месяца изучал азбуку Морзе и всю войну аккуратно и ответственно передавал телеграммы. Морзянку помнит до сих пор. Условия были разные. Что для нас было опасно? То, что, во-первых, и где-то немцы недалеко же. Допустим, каких-то через 5 километров мы... разделяла нас территория. Мороз, зима. Передаешь на ключе, а рука замерзнет. После войны всю жизнь работал авиатехником. В 1966 году переехал с семьей, женой Зоей и 2 сыновьями в Супсех. Его секрет долголетия – ни разу в жизни не курил и не пробовал алкоголь. С почтенным юбилеем пришли поздравить ветерана ученики Супсехской средней школы номер 11. С цветами, поздравительной стенгазетой, добрыми пожеланиями. 9-классники записали видео поздравления. Здесь же провели открытый урок по городам-героям. Военные кадры навеяли пережитые воспоминания и слезы на глазах. Пока живы те, кто подарил нам свободу и мирные будни, будущее и уверенность в нашей стране, не будем о них забывать и постараемся радовать в меру своих сил.